to be a special match for me. Yeah, we are going to fight against them. I hope the sport hall will be full again, and I expect a good game. They have good cooperation with the pivot. They have good backs, so we have to be also good wings, so they have complete team. We have to take care of many things. I played 3 years earlier, so I have so many friends, and it's going to be strange for me. I spoke with many players. I asked them how they are and how it's going, so I am very excited to see them again. Здоровье так лучше, чем было 3 недели назад, но еще, ну, начал заниматься с этим проблемой, качать спину, может быть, неделя, две, три, кто знает, не знаю. Но важно, что становится лучше. Для меня не столько важно победить Хуана Карлоса Пастора, сколько принципиально взять первые очки в этой Лиге Чемпионов. Неважно, против какого соперника. Хотя, конечно, Хуан Карлос один из лучших тренеров мира. Он изменил философию гандбола, создал новый стиль игры. Очень многие учились у него, и я в том числе. Вы знаете, что мы оба из Вальядолида. Частенько созваниваемся, в отпуске регулярно проводим время вместе. Пьем кофе, много говорим о гандболе. Рад, что есть очередная возможность встретиться на площадке. Мы постараемся навязать борьбу. Надеюсь, нам помогут трибуны. Жду классной поддержки в четверг, а мы постараемся отблагодарить зрителей красивой игрой. Несмотря на проблемы с составом, будем выкладываться на 100%, чтобы показать себя с наилучшей стороны.